привіт, Карна, вітаю вас, Гуцул Метал, Новим Роком. Ми вас любимо. Шановні друзі, гурт ДВВ, вітаю вас з наступаючим Новим Роком. Програму щастя та злагоди вашим родинам. Будьте вільними та щасливими. Слухайте гарну музику. Дорогие друзья, мне очень хочется, чтобы в этот Новый год, в этот 2017 год, каждый из нас чувствовал себя, наверное, единицей этой вселенной, большого музыкального творчества и прочее. Честно, вот в данный момент я нахожусь на концерте «Белой Вежи», и я здесь не случайно, потому что это один из участников, с которыми я считаю самыми талантливыми, самыми перспективными и артистами, которые могут что-то сделать в Украине и не только в Украине. Так вот, к чему я это все говорю и к чему я все веду? Я очень хочу, чтобы каждый из вас, послушавшись меня, задумался о том, для чего они живут и для чего они могут сделать что-то, что повлияет на окружение, на всю ситуацию в стране. Потому что мы — это люди, которые могут что-то сделать в этой стране. И самое главное — не сдаваться, самое главное — это не опускать своих рук. Самое главное — это, наверное, верить в меня, в Белу Вежу, и в то, что мы все в музыкальном плане можем изменить все, что вокруг находится нас. Мы — это музыка, мы — это артисты, мы — это мысли, и мы — это вы. Это вы, зрители, которые помогают нам развиваться, совершенствоваться и быть теми, кем мы являемся. Поэтому единственное, что хочется вам пожелать, это быть счастливым, здоровым и всегда находиться в том окружении, в котором мы хотим находиться. Поэтому, дорогие зрители, в этом новом году хочется пожелать вам именно здоровья, счастья и искренности. И, наверное, мы можем просто быть самими собой и развиваться, творить, делать музыку и быть счастливыми. Поэтому любите, будьте любимыми. Все, ваш молодец. За кожу Бочарова.